Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Warcraft 3 House. Ну, давайте, друиды. Пойдем будить друидов. Играем мы сейчас за эльфов уже. Как понимаю, это у нас последняя кампания будет. Ну, в смысле, не кампания. Последняя раса. На эльфах, потому что все завершаться будет. Тысяча лет прошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз, Тирент. Но и в царстве снов. Я каждое мгновение вспоминал эту встречу. Фарион, радость встречи переполняет мое сердце. Но я бы не стала будить тебя, если бы не пришла беда. Ты поступила правильно. Даже сквозь сон я чувствовал порчу, охватившую наши земли так, словно она разъедает мою плоть. Фарион. Пылающий легион вернулся. Кинариус убит, и чужеземцы свободно разгуливают по нашим священным лесам. Как и было предсказано. Архимонд, конечно же, отправится в Хиджальские горы, прямо к мировому древу. И если древо погибнет, наш мир уже не спасти. Единственное, что я смогла придумать, это разбудить тебя и остальных друидов. В конце этой долины есть лесная обитель, в которой спят друиды-вороны. Если мы доберемся до них, у нас появится шанс остановить Архимонда и его демонов. Отлично! Они отступают. Теперь возвращаемся в лагерь и считаем потери. Значит, чужеземцы тоже сражаются против нежити. Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе с Архимондом. Они жалкие смертные, не более того. Они убили Кинариуса. И будь я проклята, если назову их своими союзниками. Может быть, ты права, любовь моя. Мы построим здесь новое поселение. Обязательно выставляй часовых. Думаю, мы еще не раз столкнемся и с чужеземцами, и с нежитью. Так. Что грозит этим землям? Внимаю словам Илуны. Что-то не так. Мой лук всегда со мной. Кто посягнул на природу? Сон притупил мои чувства. Так. Ой. Асрава, что грозит этим землям? Всегда со мной. Вспомнил, да, это такая немного бесячая, конечно. Богиня зовет. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Эндули Ревот. Ничего. Без промедления. Сон притупил мои чувства. Понятненько. Так. Долговастенько будет. Потому что эти нас со всех сторон будут долбить. Так что задание. Найдите обитель спящих друидов. На кладбище он там будет. Готово.
Древо не может расти здесь. Вот здесь будешь расти. Да. Священная роща осквернена. Ваш ход. Я. Богиня зовет. Часть этой земли. Кто посягнул на природу? За Калимдор. Жду приказа. Богиня зовет. Что-то мы внимаем словам Илуны. Анудора. Астерудородор. Я. Жду приказа. Часть этой земли. Давай. Кто посягнул на природу? Сон притупил мои чувства. Недостаточно золота. Что грозит этим землям? Так, вот мучиться не будем. Дайте мне путь. Богиня, наставь меня в пути. Еще у меня тут разборки нахрен устроили-то. О! Что грозит этим землям? Иди, бери. Так. Выберите другое место. Исследование завершено. Наши воины вступили в бой. Ах, как я люблю природу! Внимая воле богини. Что-то не так. Я часть этой земли. Кто посягнул на природу? Да чего же муторно будет мне? Так, что у меня есть? Это у меня есть же, есть. Ах, готово. Как я люблю природу. Так. Готово. Готово. Не знаю. Сторожевое дерево. Исследование завершено. Только вот сюда теперь поставим. Готово. Почему все битвы надо мной происходят? Так, что мне из себя сделать? Исследование завершено. Я говорю, это такая вот муторная миссия в этом плане. Поэтому
Мы немножечко... Богиня зовет. Схитрим. Ну-ка, давай сюда. Кто у нас там? Такова воля богини. А, тут же эти были. Утырки. Готово. За Калимдор. Да будет так. Во имя Луны. Готово. Без промедления. Так. Богиня, готова. Наставь меня в пути. Я вся внимание. Исследование завершено. Я поклялась отомстить. Я не боюсь. Богиня, наставь меня в пути. Ухожу в тень. Поторопись. Священная роща осквернена. Готово. Я не боюсь. Внимаю словам Илуны. Асревер Амн. Я поклялась отомстить. Богиня, наставь меня в пути. Готово. А, вы выйти не можете. Готово. Так, а где тут? Подожди. Поторопись. Блин, ладно. Исследование завершено. Так, надо выносить сначала нежить, в любом случае. Богиня зовет. Да будет так. Внимаю воле богини. Кто посягнул богиня, на природу? Наставь меня в пути. Эндули Ревот. Нам не выйти, блин. Вот так. Слушаю. Я вся внимание. Ухожу в тень. Слушаю. Погоди, я знаю этих бёрнов. Они ушли из Ишенвальского леса, когда порча еще только начала расползаться по земле. Отравленные они уже. Возможно, порча все-таки коснулась их. Священная роща осквернена. Воистину. Внимаю воле богини. Я вся внимание. Богиня сон притупил мои чувства. Исследование завершено. Исследование завершено. Где ты? Ладно. Кто посягнул на природу? Такова воля богини. Внимаю воле богини. Вон они. Я часть Асрева Ам. Во имя Луны. Без промедления. Сон притупил мои чувства. Так. Давай-ка вот так пока. Опять 2000, блин. Внимаю словам Луны. Такова воля богини. Я поклялась отомстить. Кто посягнул на природу?
принимаю волю богини. Слушаю. Я поклялась отомстить. Богиня зовет. Так. Никогда раньше не видел столь агрессивных созданий. А мне как до них-то надо только сейчас это... Сейчас я покончу с их проклятием. Ханду Фаладор! Надо, блин, что-то такое придумать. Чем... А, вот что надо. Внимаю воле богини. Я не боюсь. Я. Внимаю словам этой Луны. Земли. Богиня зовет. Посмотрим. Ну, так, видимо, с ними и надо было сражаться и идти. А, нет, это просто миссия освободить их нахрен. Ну, давайте освободим. Я поклялась отомстить. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Блин, они ее сейчас загасят. Пока она там кружит. Ах, как я люблю природу. Не оставлять следов. Что случилось в наших лесах? Внимаю словам Луны. Внимаю воле богини. Ах, богиня как зовет. Я люблю вся внимание. Природу. Асрева. Внимаю воле богини. Воистину. Ну кто-нибудь. Я поклялась отомстить. Священная роща осквернена. Внимаю воле богини. Внимаю словам Илуны. Поторопись. Давай. Сон притупил мои чувства. Асрева Ам. Слушаю. Внимаю словам Илуны. Ищи. Асрева Ам. Я вся внимание. Внимаю словам Илуны. Вот так. Богиня зовет. Я поклялась отомстить. Внимаю словам Илуны. Слушаю. Так, теперь ты. Выберите другое место. Раз. Как я люблю природу. Два. Три. Так, что у нас здесь есть? А вот ни хренашеньки у нас тут нету. Поторопись. Что мне торопиться-то? Воистину. Я. Богиня зовет. Часть я вся внимание. Земли. Смотрим, что у нас тут есть. Сон притупил мои чувства. Кто посягнул на природу?
Я поклялась отомстить. О. Что-то не так. Внимаю словам Илуны. Слушаю. Я часть этой земли. Кто посягнул на природу? Вперед! Молитесь на рассвет. Асревер Аму. Давайте, давайте. Приначьте. Наши воины вступили в бой. Поторопись. Я вся внимание. Я не боюсь. Готова. Я поклялась отомстить. Богиня зовет. Готова. Готова. Внимаю словам Луны. Вперед. Асревер Амон. Я поклялась отомстить. Богиня зовет. Вот так вот. Внимаю воле богини. Что грозит этим землям? Внимаю, ты изменилась, Тирент. В тебе почти не осталось милосердия. Фариан, много веков назад я поклялась защищать эту землю. И я защищала ее, пока другие видели сладкие сны. Что ж, любовь моя, если годы ожесточили тебя, значит, такова воля твоей богини. Луны. Такова воля богини. Я часть этой земли. Богиня зовет. Дополнительное задание выполнено. Пойдем сюда. Что-то не кто так. Кто посягнул на природу? Вся внимание. Природу. Ух ты. А там еще людишки. Что произошло? По славу леса. Священная роща осквернена. Точно. Цель. Давай. А, никак еще, да, пока? Почему вы бьете катапульты мне? Что я вам плохого сделал первоначально? Ладно. Как нам добраться до сюда? Священная роща осквернена. Здесь не пройти. Священная роща осквернена. Где чё? Так, не понимаю. Как мне к вам пробраться? Сюда, что ли? Что грозит этим землям? Уже драконы прилетели. Так, ладно. Кто посягнул на природу? Лети сюда. А, нет, смотрите-ка. Вот сюда лети. Блин, они так сели, что хрен достанешь, откуда он там видно даже.
Людишки. А, так вот оно как. Все понятно. Внимаю словам Илуны. Слушаю. Впереди опасность, жрица. Будь осторожна. Я поклялась отомстить. Богиня зовет. Асревер Ам. Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Наши воины вступили в бой. Внимаю словам Илуны. Давай. Во имя Илуны. Богиня зовет. Я счастье. Кто посягнул на природу? Анудора. Асрава. Сон притупил мои чувства. Сейчас мы его. Кто посягнул на природу? Да будет так. Я. Внимаю словам этой земли. Асревер Амон. Слушаю. Воистину. Я поклялась отомстить. Молитесь на рассвет. Ну, вот так. Кто посягнул на природу? Давайте. Внимаем словам Луны. Я не боюсь. Мое ожидание завершилось. Асревер Амон. Давайте, ребята, ваш выход. Выдохаться не хочу с вами, просто здесь 7. Священная роща осквернена. Ну вот так вот. Такова воля богини. Слушаю. Давай, осталось чуть-чуть. Кто посягнул на природу? Поторопись. Вот без вас разберутся. Будь начеку, жрица. Эти леса кишат нежитью. Я не боюсь. Асревер Амон. Поторопись. Кто посягнул на природу? Да будет так. Ухожу в тень. Вот так. Внимая воле богини. Я поклялась отомстить. Я не боюсь. Внимаю словам Илуны. Давай, давай. Всех захренакать тут.
сигнал на природу. Слушаю. Внимаю воле богини. Богиня зовет. Жалкие твари. Слушаю. Лови. Внимаю воле богини. Амон. Наши воины вступили в бой. Слушаю. Бойтесь ночи. Давай. Кто посягнул на природу? Такова воля богини. Я вся внимание. Ухожу. Наши воины вступили в бой. Мое ожидание завершилось. Лови. Да. Ухожу в тень. Я тут ищи. По кладбищам ползу. Лови. Да. Молитесь на рассвет. Поторопись. Внимаю словам Илуны. Пойдем сюда. Без промедления. Подожди, а где тут врата-то видел княжить это попасть? Или княжить нельзя попасть? В принципе. И летающего у меня ничего нету нахрен. То есть только тупо обороняться. Во имя Луны. Такова наши воины богини. Вступили в бой. Кто посягнул на природу? Асревер Амн. Внимаю словам Илуны. Давай. Во имя Илуны. А что-то у меня еще сделано. Наши воины вступили. Привет. В бой. Словно рысь. Асревер Амн. За Калимдор. Внимаю словам Илуны. Что грозит этим землям? Будет сделано. Да. Наши богиня воины зовет. Вступили в бой. Что-то не Асревер так. Амн. Ханудоа. Священная роща осквернена. Наши воины. Привет. Вступили в бой. Внимаю словам Илуны. Во имя Кинариуса. Я часть этой земли. Вот это, наверное, там у меня есть. Что случилось в наших лесах? Наши леса. Воины вступили в бой. А, все. Вот такая миссия. Хочется верить, что земля залечит свои раны. Надо идти. Обитель уже рядом. Воевать надо было совсем, что ли? Ой. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще что-то скрытно надо было проходить. Пробежать и вот этого самого загасить. Так, а я не понял. Кто посягнул на природу? Что-то найдите обитель спящих. Ого. Не он разве? Нет, смотрите-ка, это не он. Что-то не так. Асревер Амн. О чем шумят деревья? Внимаю словам Илуны. Сон притупил мои чувства. О нет. Форпост поглотила порча. Энты сошли с ума. Они не заслужили такой участи. Ни шагу дальше.
Тикондрус приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. Сортир. И мы с радостью выполним этот приказ. Вау, занежить. Жалкие уродцы. Мне невыносима сама мысль о том, что когда-то вы называли себя ночными эльфами. Кто посягнул на природу? Я часть этой земли. Привет. Что случилось в наших лесах? Охота начинается. С радостью. Так, мне теперь куда? Туда, туда. А, вот так поверх уже можно. Наши воины вступили в бой. Словно рысь. Сон притупил мои чувства. Что произошло? Наши воины вступили в бой. Привет. Я часть этой земли. Давай, вы пока так. Наши воины вступили в бой. О чем шумят деревья? С радостью. Не оставлять следов. Давай, 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 давай. Что случилось в наших лесах? Что-то не Привет. Так. Богиня зовет. О чем шумят Я деревья? Часть этой Кто посягнул земли? На природу? Сон притупил мои чувства. За Калимдор. Ну вот так вот. О чем шумят Я деревья? Часть этой земли. Привет. Охота начинается. Кто посягнул на природу? Что грозит этим землям? Да. Не-не-не, вот сюда давай. Что произошло? Точно в цель. Привет. Я богиня зовет. Часть этой земли. Да не, нормально вроде пока. Внимаю словам Илуны. Да будет так. О, друиды, блин. Это черепушка какая-то. Пробуждение друидов. Пробудитесь, друиды вороны. Пусть ветер войны вновь запоет в ваших крыльях. Исну Алла, братья мои, ваша магия вновь нужна Калимдору. Близится роковой час.
Мы в твоем распоряжении, свирепый. Теперь наш путь лежит в недра земли. Мы должны разбудить друидов-медведей. Давай. Разбудить, разбудим. Кровные братья. Уже 3000 лет в эти пещеры не ступала нога эльфа. Никто не знает, какие твари могли поселиться здесь после того, как мы запечатали вход. Нечего бояться. Наш враг не здесь. Сейчас он приближается к мировому древу. Давай поскорее закончим то, зачем мы пришли, и выберемся на поверхность. Согласен. Но осторожность не помешает. В конце концов, неизвестно, как нас встретят друиды-медведи. Так. Асревер Амон. Что грозит этим землям? И богиня полностью зовет. Будет у нас отряд вот так вот. Во имя Луны. Так. Блин, разведки-то тут нету. Без промедления. Во имя Луны. Без промедления. Да будет так. Так, тут у нас ничего нету. Я часть этой Рок, земли. Так, по преданию с помощью можно позвать души всех ночных. Так, увеличить запас здоровья владельца на 200 единиц, повышает скорость его восстановления на 2 единицы в секунду. Внимаем словам будет Луны. Сделано. Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Опа, опа. Так, а чего у меня друиды-то дают? Где ты? Кто посягнул на природу? Часть этой земли. Внимаю словам и Луны. Укажи путь. Так, вот, смерч может подбрасывать, да. А это заклинание уменьшает защиту противника и позволяет смотреть его глазами. Зачем? Расходовать магию-то попусту. Так. Пойдемте качнемся. Богиня зовет. Что-то не так. Вот это паучище. Я ощущаю в них присутствие тьмы. Великое зло изменило их облик. Внимаю словам и Луны. Вот так. Всех перебьем. Кто посягнул Что-то на природу? Не так. Блин, даже не знаю, а здесь у нас что? Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Давай, вроде тут тупик. Внимаю словам и Луны. Кто посягнул Что-то на природу? Что-то не так. Сон притупил мои чувства. Богиня зовет. На. Не так быстро. Я часть этой земли. Асревер Амон. Так, пока нам рано. Свиток исцеления. Да будет так. Кто посягнул на природу? Внимаю Сон словам и Луны. Сон притупил мои чувства. Давай, что у нас? Давай, циферка 1. Сохранить. Сохраняем. Вот еще можно качнуться. Что-то не так.
за Калимдор. Кто посягнул на природу? Внимаю словам Илуны. А не понял, а где сам-то этот? Сон притупил мои чувства. Асревер Амон. Ну ладно. Просто мне тебя надо прокачивать-то потихонечку. Начинать. Внимаю словам Илуны. Я часть этой земли. Как он посмел? Я вот тоже думаю, совсем охренел. Дора. Будет сделано. Кто посягнул на природу? За Калимдор. На. Внимаю словам Илуны. Некуда класть. Что-то не так. Астеру Данадор. Будет сделано. Богиня завязывает этим землям. Астеру Данадор. Внимаю словам Илуны. Что-то не так. Асревер Амон. Будет сделано. Внимаю словам Илуны. За Калимдор. Кто посягнул на природу? Сон притупил мои чувства. Да. Что-то не так. Внимаю словам Илуны. Счастье. Идем прокачка пока. Асревер Амон. За Калимдор. Во имя Луны. Свиток исцеления. Такова воля богини. Ладно. Во имя Луны. Где-то на распутье у меня стоят. Что случилось в наших лесах? Кто посягнул на природу? Что-то не так. Внимаю. Кровь слова. Демона. Вот что изменило пауков. Если порча творит такое с обыкновенными пауками, я и представить боюсь, во что она превратит более крупных зверей. Мы должны положить этому конец. Любой ценой. Астеру Данадор. Внимаю словам Илуны. Давай сначала одного выноси. Тарфаля Надора. Наступаем. Кто посягнул на природу? Что грозит этим землям? За Калимдор. Асревер Амон. Без промедления. Я часть этой земли. Кто посягнул на природу? Давай. Да будет так. Без промедления. На. Во. Что-то не так. Теперь идем, берем. Давай, бери. Сейчас я хочу посмотреть, что это. С
Сон притупил мои чувства. На один всего. Тут мы взяли. Подожди, а где-то еще было что-то? Рассказывай. За братьев моих. Где-то тут. Привет. А я-то думал, блин, ты быстро ползаешь. Во славу леса. Проси, о чем хочешь. Я готов. Уже лечу. Жду приказа. Ни слова больше. Сейчас посмотрим, где кто из них. Что есть. Богиня зовет. Что-то не так. Так, ладно, видимо, все собрал. Я часть этой земли. Астару Данадор. На. Кто посягнул на природу? Эндулиэв. Сон притупил мои чувства. Вот так. Дарфаля Надора. Внимаю словам Илуны. Вау. Кто посягнул на природу? Так. Это у нас что? Пока так, поток позитивной энергии, восстанавливающий по 20 единиц. Это хорошо. Что грозит этим землям? Вот видите, не зря все-таки. Я. Кто посягнул на природу? Этой земли. Качнул персов. Сон притупил мои чувства. Давайте. Богиня зовет. Я часть этой земли. Постойте, жрица. Прошу вас, помогите нам. Нашего шамана укусил какой-то странный паук, и теперь он при смерти. Все племя ушло, они бросили нас. Чем мы можем вам помочь? Его спасет вода из источника жизни. Это совсем рядом, но мы не решаемся оставлять шамана в таком состоянии. Если бы вы наполнили эту флягу и принесли ее нам, его жизнь была бы спасена. Если мудрость вашего шамана убережет вас от порчи, я с радостью помогу вам. Блин. Фляга, что у кого грозит фляга? Этим землям? Асревер Амон. Я часть этой земли. Бери флягу. За Калимдор. Анудора. Что грозит этим землям? Кто посягнул на природу? Давай. Внимаю словам Илуны. Сон притупил мои чувства. Сейчас мы.
Постараемся расправиться с ними. Внимаю словам Илуны. Вот так. Асревер Амн. Давай, давай. Кто посягнул на природу? Блин. Пока сюда передвигаемся. Смотрим. Не здесь можно быть. Внимаю, что грозит этим землям? За Калимдор. Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Асревер Амн. Такова воля богини. Что-то не так. Это что мы нашли? Путь ведет на юг. Но меня смущает эта дверь. О нет. Как я мог забыть? Что за этой дверью? Что так взволновало тебя, милый? Эта дверь ведет в темницу Иллидана. Идем дальше. Идем же! Иллидан? 10 000 лет. Неужели он все еще жив? 10 000 лет. Мы должны освободить его. Охренеть, я забыл. Конечно, забыл. Он может стать нашим союзником в войне против демонов. Нет, Тирент. Это чудовище даже не должно вырваться на свободу. Но он твой брат. Будь это возможно. Нет, он слишком опасен. Я запрещаю тебе. Запрещать мне может только богиня. Я освобожу Иллидана, нравится тебе. Твою мать, я что, прошел что ли уровень случайно? Падла. Пошла ты нахрен. Что грозит этим землям? Ладно, хоть бутылек у меня остался. Будет сделано. Подожди. Астарудонадор. Давай туда сначала. Ты падла, блин, какая. Слиняла нахрен. За Калимдор. Но ведь у тебя боевые когти вся и мощь была. Не, давай-ка переиграем. Ну-ка. Ты мне потому что нужна. Как это, ни хрена себе. Вот сюда мы не идем. А идем-ка мы. Кто посягнул на природу? Еще и ни хрена столько людей увела. Я часть этой земли. Асревер Амн. Что грозит этим землям? Кто землю? Посягнул на природу? Внимаю словам Илуны. Вот и источник. Осталось зачерпнуть воды. Притупил мои чувства. Иди, черпай воды. Кто посягнул на природу? Я богиня зовет. Часть этой земли. Что-то не так. Проси, о чем хочешь. Так, мы идем в начало.
Где-то тут в развилка была. Хвала Элуне, жрица. Сказать по правде, мы сомневались, что вы вернетесь. Теперь у шамана есть шанс. Так, а что нам-то дадут? Я должен еще раз поблагодарить вас, жрица. Возьмите этот талисман. Если вам понадобится наша помощь, воспользуйтесь им, и мы придем. Ну давай, где он? Я счастье. Талисман леса, чтобы использовать. Так, с помощью этого камня вы можете вызвать одного, готового сражаться на вашей стороне. Ага, всего трех можно вызвать. А ну все правильно. Так. Вот у нас начало. Кто посягнул на природу? Вот сюда. Для начала. Откуда вы только пойдете? Наши воины вступили в бой. Без промедления. Да будет так. Охренеть, получили люлей. Асревер Амон. Я. Ну куда вы вперед, батьки-то? Земли. Богиня зовет. Что-то не так. Такова воля богини. Кто посягнул на природу? Что грозит этим землям? Богиня зовет. Внимаю словам Луны. Будет сделано. Вот. Асревер Амон. Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Кто посягнул на природу? Давай. Внимаю словам Луны. Что грозит этим землям? Анудора. Закалимдор. Кто посягнул на природу? На. Анудора. Ну куда, куда ты? Я счастье. Внимаю словам Луны. Да будет так. Без промедления. Сон притупил мои чувства. Кто посягнул на природу? Блин, жезл молнии. Такова воля богини. Что произошло? Забыл, что это. Асревер Амон. Так, позволяю так количество зарядов применять. Так, щит молнии. Да будет так. У тебя есть что? Часть этой земли. Пока ни хрена нету, только если используешь. Кто посягнул на природу? Но нам пока использовать некуда. Без промедления. Давай-ка сюда сначала двигаем. Так, тут вода. Нету ничего, ничего. Сюда спустимся и уйдем. Ага, понятненько. Внимаю словам Луны. Что-то не так. Это кто? Кто посягнул на природу? Охренеть, подожди. Если мы, конечно, смогем его завалить толпой всем. Так. Ваш ход. Хорошо. Ну-ка, выйдите.
Укажи, рассказывай. Ну, началось. Здоровенько. Привет, с радостью. Так, ожерелье. Внимаю словам Луны. Кольцо защиты. Да будет так. Два. Ожерелье. Опа. Герой становится неспринчим к магии. Ну, неплохо. Что-то так, а не ты так. Выбрасываешь этот в ловкости. Да нет, наверное, вот это все-таки. Будет сделано. Ну вот. И вот уже теперь. Ну вот ни хрена мы так бы прогадали бы. Не восприимчив маги. Хороший бонус-то. Зима что ли устает там? За окном. Да, что-то видео под немного подзадерживаться, конечно. Долговато, долговато. Медведи. Даже не знаю, медведи это больше друиды нужно. Там ни хрена у меня герой-то хорошо накачан. Да будет так. Такова воля богини. Так, это мы будет. Видели. Я часть этой земли. Так, подожди. Что грозит этим землям? Давай сюда. Астеру Данадор. Так, это у нас восстановление. Поток позитивной энергии, находящийся поблизости героя. Время действия 30 секунд. По 20 есть здоровье у всех. За Калимдор. Будет сделано. Так. Я как понимаю. Что-то не так. Это не последняя атака. Блин. Астеру Данадор. Я часть этой земли. Что грозит этим землям? Давайте. Я часть этой земли. За братьев моих. Да каких братьев? Полетай пока. Сейчас ждем, подожди. Приземлиться. Лошарик. Ну так. Что у нас дальше там ждет? Что-то не так. Пойдем. Что не так? Анудора. Астеру Данадор. Что грозит этим землям? За Калимдор. Я часть этой земли. Проси, о чем хочешь. Что грозит этим землям? О! Я даже знаю, куда тебя можно сон отослать. Сон притупил мои чувства. Давайте поставим пока на паузу. И сбегаю за свитком восстановления. Или что, или ты восстанавливаешься я сам? Я готов. Рассказывай. Уже лечу.
Давай, что грозит этим землям? Отрядом 3 пользоваться. А ну, дура! Я верховный дрит острова Луны, и я требую впустить меня. Будет сделано. Закалим дорогу. Ты недостоин лицезреть медведей богов. На. Медведей богов? Ну, началось. Давайте. Я готов. Да не готов ты еще. Укажи путь. Что-то не так. Что не так, это? Боевые когти. Может быть, он имел в виду спящих друидов? Охренеть, девятку. Но почему он так странно их назвал? Они ведь такие же, как я. Давай. Вау-вау-вау-вау, понятненько. Сон притупил мои чувства. Я часть этой земли. Астару Данадор. Анудора. Давай. Сон притупил мои чувства. Сюда идите. Вау, свиток маны. Будет сделано. За Калимдор. Сейчас подкрепимся все майной. Опа, опа. Нет, кроме вас вы-то не нужны в мане. Нужна будет приманка. Понятно. Что-то не так. Приманка нужна. Будет сделано. За Калимдор. Сон притупил мои чувства. Анудора! Мерзкое отродье! Следовало догадаться, что ваше проклятое племя найдет убежище в пламени земных недр. Вот так. Внимание не привлекаем. Я... часть этой земли. Как он посмел? Давай. Что, куда-то не туда вышел? Ага, друиды уже пробудились. Сюда, братья мои, нам многое. Что же? Это же настоящие медведи. Зверь полностью поглотил в них человека. А чё вы не улетите, не бегите, не бежите? Может быть, их спасет звук рога.
Но в этой части пещеры его мало кто услышит. Дуди, несколько раз ходи по пещере, дуди. Так. Я готов. Сон притупил мои чувства. Кого он там драл тогда? За Калимдор. Что грозит этим землям? Так. Они не должны, по-моему... Ну-ка, задание. Так, пробуждение. Так, будет так, больших шаманов. И пробуждение друидов. Приведите Фариона в магический круг. Друиды-медведи не должны погибнуть. Фарион свирепый не должен погибнуть. Ну, это я помню, да. О чем шумят деревья? Бесшумно, словно так, эти-то рысь. Мне тогда не нужны. Давай сон кого-то. Притупил мои чувства. Что-то не так. Сон притупил мои чувства. Анудора! Подожди. Что случилось в наших лесах? Я часть этой земли. Блин, нет, все-таки вот так надо. О чем шумят деревья? С радостью. Сон притупил мои чувства. Они на них не нападут, а вот этот паук там не помешает. За Калимдор. Будет сделано. За Калимдор. Давайте. Что грозит этим землям? Жалкие твари! Давай, давай, давай! Так, подсохраним игру. Что это, свиток маны? Что-то не так. Пока сон нет. Притупил мои чувства. Я часть этой земли. Дарфаленадора! Что грозит этим землям? Блин, хреново, что разведка-то не работает. Сон притупил мои чувства. Анудора! За Калимдор! Наступаем! На! Астеру Данадор! Жезл ветров. Ну, кстати, он так-то нормально помогает. Ну, как видно, мы пока без него справляемся. Вот и медведи подкидывать потом придется. Я часть этой земли. Давай, проходи. Мишка, плюшевый мишка. Анудора. Лакомка Винни-Пух. Астеру Данадор. Светки на землю бух. За Калимдор.
Как он посмел? Будет сделано. Наступаем! Анудора! За Калимдор! Давай-давай-давай, проходим. Анудора! Ох, мишки спят. Вот он жезл-то ветров, где нужен был. Блин, за ним возвращаться потом. Уже лечу. Ну, началось. Что-то не так. Давай-давай-давай-давай, проходим. За Калимдор. Привет. Бесшумно, словно рысь. Охота начинается. Отведай моего копья. Охота начинается. Нету ничего. Что грозит этим землям? Астародородор. Давай, давай, давай. Дарфаленадора. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зелье маны. Но мне-то она не нужна, мана. Я часть этой земли. Наступаем! Опа! Что-то не так. Анудора! За Калимдор! Анудора! Жалкие твари! На! Не ожидали. Как он посмел? Наступаем! Дарфаленадора! Что грозит этим землям? Будет сделано. Ну, он неплохо прошел. Ну-ка, отойди-ка туда. Дай-ка в дудку подудеть. Приветствуем тебя, свирепый. Не знаю, что на нас нашло. Кажется, мы уже давно не в себе. Все в порядке, брат. Мне вновь нужна ваша помощь. Пылающий легион вернулся. Чтобы остановить его, мы должны объединить усилия. Свирепый, друиды-медведи в твоем распоряжении. Назад пути нет. О, богиня, только бы Фарион ошибался. Задуманное тобой безумие! Даже твоя богиня осудила того, кого ты стремишься освободить. Богиня зовет. Асревер Амн. Внимаю словам Илуны. Во имя Кинариуса. Давай, 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 давай. Эндулер. Анудора. Так. Вот здесь вот хреноватенько, блин. Вот здесь бы разведку бы сам, а то.
Богиня зовет. Во имя Кинариуса. Эндули Ревер. Во имя Кинариуса. За Калимдор. Во имя Кинариуса. Во имя Луны. На. Да будет так. Без промедления. За Калимдор. Ас Ревер Амон. Так, что-то они охраняют. Во имя Луны. Во имя Кинариуса. Вот подожди, сейчас вот... Нет, только не в замкнутом помещении это делать. Эндули Ревот. Во имя Кинариуса. Слушаю. Мой лук всегда со мной. Стреляю. Бью без промаха. Стреляю. Вижу цель. Не вижу преград. Ни слова больше. Вижу цель, не вижу преград. Внимаю словам и луны. Ханудора. За Калимдор. О. Да будет так. Во имя Кинариуса. Без промедления. Такова воля богини. Внимаю воле богини. Слушаю. Ас Ревер Амон. Давай. Эндули Ревот. Во имя Луны. Такова воля богини. А, надо, чтобы на второй кто-то встал. Да будет так. Ладно, понял я. Мантия ученого. Такова воля богини. Без промедления. Такова воля богини. Там никак вот сверху-то не пострелять этих? За Калимдор. Эндули Ревот. Во имя Кинариуса. Да ладно. Внимаю словам и луны. Не будем извращаться. Во имя луны. Богиня зовет. Все будем делать постепенно. Ас Ревер Амон. Хорошо. Богиня зовет. Тут у меня никого на пути нет. Без промедления. Нету. Во имя Луны. Ладно, пойдем сюда. Да будет так. Во имя Луны. Кто посягнул на природу? Тихо. Внимаю слова Луны. Прям свирепый. Да будет так. О, во имя стой, Луны. Стой. Тут какая-то хрень. За Калимдор. Богиня зовет. Ас Ревер Амон. Внимаю словам и луны. Так. Ас Ревер Амон. Без промедления. Эндули Ревот. Подожди. За Калимдор. Захреначили. Во имя Кинариуса. Кто посягнул на природу? Что тут есть? Такова воля богини. Без промедления. Во имя Луны. Эндули Ревот. Богиня зовет. Ас Ревер Амон. Во имя Кинариуса. Так. Внимаю словам и Луны. Что это у нас? Без промедления. Да будет так. Пьедестал книги вызова. Кто посягнул на природу?
Внимаю словам Илуны. Укажите мне путь. Слишком просто. Внимаю воле вас отомстить. Богиня зовет. Во имя Луны. Внимаю словам Илуны. Такова воля богини. Эндули Ревет. Во имя Луны. О! Без промедления. Такова воля богини. Захрена, что наверное, значит. Да будет так. Во имя Луны. Да будет. Все, пойдем так. Далее. Это было хорошо, хорошо, прекрасно. Блин, я даже не знаю, что тебе потом обменять. Когти эти шесть, вот эти когти три на те. Такова воля богини. Асревер Амн. Богиня зовет. Во имя Луны. Ханудора. Да будет так. За Калимдор. Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини. Нечего убить. Без промедления. Такова воля богини. Во имя Кинариуса. Кто посягнул на природу? На. За прилавком там стоит. Богиня зовет. Без промедления. Эндули Ревет. Тихо, ты спокойно. Асревер Амон. Богиня зовет. Такова воля богини. О, не зря, не зря. Кто посягнул на природу? Я вся внимание. Внимаю словам Илуны. Асревер Амон. Богиня зовет. Все, здесь вроде бы, да? Все подземелья открыли. Тут у меня, кстати, друид где-то был. В дудку дуло, здесь же мы дули. Прошли и оп, исчез друид. На карте его нет. Ох ты, у меня солидный отряд теперь. Внимаю словам Илуны. Богиня зовет. Ваш ход. Можно вот сюда отойти. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ни слова больше. Кто посягнул на природу? Без промедления. Такова воля богини. Без промедления. Асревер Амон. Давай сюда, сюда, сюда. Такова воля богини. Слушаю. Мой лук всегда не проблема. Со мной. Богиня зовет. Без промедления. Кто посягнул на природу? Во имя Луны. Богиня зовет. Такова воля богини. Внимаю словам Илуны. На. Асревер Амон. С чего вы решили, Ханудор, что я не нападу на спящих? За Калимдор. Во-первых, это враг за спиной. Ханудора. Во-вторых, мы кровожадны просто таки. Внимаю словам Илуны. Богиня зовет. Асревер Амон. Да будет так. Оружие тюремщиков. Это нам пригодится. Да будет так. Теперь ваши могут поражать несколько соединений морского... А, все, теперь понятно. Внимаю словам Илуны. Ваш ход. Хорошо. Кто посягнул на природу? Угу. Это мы неплохо. Богиня зовет. Асревер Амон.
Смерть незваным гостям! Асревер Амон. Ой. Такова воля богини. О, как прекрасно. Ханудора. За Калимдор. Жду приказа. Внимаю словам Илуны. Давай. Асревер Амон. Теперь. Вот он, отряд 2. Эндули Ревот. Кольцо регенерации. Твою-то мать. Да будет так. Я вся внимание. Укажите мне путь. Не проблема. Кто посягнул на природу? Без промедления. Ханудора. Давай, что регенерирует? Здоровье 2 секунды. Ну так-то неплохо, ну. Даже не знаю, честно скажу. Блин, почему у меня такой маленький саквояж? Вот это ману-то точно мы оставляем. Потому что раз у меня на постоянке это огненное идет, герой на 3, становится неспричным к магии. Тоже хорошая вещь. Во имя, ну, знаете, я лучше боевые когти пока оставлю. Потому что я все равно их поменяю. Такова воля богини. За Калимдор. Во имя Кинариуса. Эндули Ревот. Без промедления. Да будет так. Во имя Луны. За Калимдор. Сейчас люлей тебе навешают, подожди. Дурачок ты, дурачок. Асревер Амон. Богиня зовет. Во имя Кинариуса. Талисман здоровья. Ханудора. Асревер Амон. Ну-ка. Без промедления. Нет, это-то мы оставляем, да, точно. Так. Богиня зовет. Мой лук всегда со мной. Кто посягнул на природу? Внимаю словам Илуны. Во имя Илуны. Энты встают у меня на пути. Только могущественный друид мог заставить их сделать это. Во имя Кинариуса. Жду приказа. Ни слова больше. Асревер Ам. Богиня зовет. Так. Я поклялась отомстить. Вы будете отряд 3. Асревер Амон. Без промедления. Внимаю воле богини. Внимаю словам Илуны. Блин, какая-то миссия была, там мины что-то закладывать надо было, вот они по кольцу. А, это, блин, карта одиночная, все, вспомнил. Богиня зовет. Во имя Илуны. Я вся внимание. Внимаю словам Илуны. Внимаю воле богини. Асревер Амон. Да будет так. Внимаю словам Илуны. Давай. Богиня зовет. Я вся внимание. Такова воля богини. Асревер Амон. Тебе-то не надо. Так, сохраняем. Так, куда мне? Сначала вперед, да, проскачем. Богиня зовет. Да будет так. Значит, мне надо вниз сначала. Я говорю, там где-то, блин. Без промедления. Во имя Луны. Ханудора. Во имя Кинариуса. Ханудора.
Кого-то найду. За Калимдор. Внимаю словам Илуны. На. Прелестно. Засада. Асревер Амн. Гоблинские мины. Должно быть, эти пройдохи спрятали их здесь давным-давно. Ничего, мне они тоже пригодятся. Да? Во имя Кинариуса. Ну, ладно. Внимаю словам Илуны. Значит... Асревер Амн. Ты-то куда? Без промедления. Я сейчас даже знаю, как я поступлю. Такова воля богини. Эх, используй действительно. Луны. Такова воля богини. Без промедления. Да будет так. Без промедления. Да будет так. Какого? Без промедления. Во имя Луны. Да будет так. Во имя Луны. Без промедления. Во имя Луны. Такова воля богини. Во имя Луны. Такова воля богини. А вот здесь тебе хана. Во имя Луны. Без промедления. Блин, вы дадите мне мины положить такова или нет? Такова воля богини. Во имя Луны. Так, вот вы двое пробегаете, трое пробегаете. Без промедления. Во имя Луны. Бу. Следующий. Без промедления. Да будет так. Такова воля богини. Без промедления. Да будет так. Во имя Луны. На. Такова воля богини. Как-то интересно. Без промедления. Нахуй. Давай-ка еще сюда. Тут еще мины были. Эндули Ревет. Да будет так. Такова воля богини. Там должен был еще сейчас один подохнуть. Так, сохраню. Не хочу там это случайно опять. Без промедления. Да будет так. Без промедления. Ханудора. За Калимдор. Во имя Луны. Без промедления. Вот как. Такова воля богини. Да будет так. Эндули Ревет. За Калимдор. Эндули Ревет. Такова воля богини. Во имя Кинариуса. Да будет так. Во имя Луны. Да будет так. Во имя Луны. За Калимдор. Такова воля богини. Без промедления. Такова воля богини. Без промедления. Такова воля богини. Давай, должен был подорваться. Там назад пошел и подорваться должен был. Да будет так. Такова воля богини. Да будет так.
Без промедления. Во имя Луны. Вот теперь сюда идем. Теперь все должны были там подорваться. Вы стоите? Стойте. Хотя давайте я вас перемещу. Я вот сюда перемещу. Кто посягнул на природу? Вот и все. Побаловались. Да будет так. И хватит. Такова воля богини. Богиня зовет. Кто посягнул на природу? Давай, ты должен был. Без промедления. Взорваться. Да будет так. Я поклялась отомстить. Богиня зовет. Асревер Амн, внимая воле богини. Кто посягнул на природу? Вот так. Богиня зовет. Без промедления. Я поклялась отомстить. Стой, жрица. Это запретное место. Даже для тебя. Здесь томится великое зло, навеки заточенное в подземный плен. Иллидан был великим героем. И вновь станет им. Я верю в это. Ты сошла с ума. Освободив предателя, ты погубишь нас всех. Ой-ой-ой. Я поклялась отомстить на природу. Да вроде всех. Внимаю словам Илуны. Асревер Амн. Иллидан, это ты? Тирент. Это голос Тирент. После веков кромешной тьмы этот голос словно лунный свет. Легион вернулся, Иллидан. Ты нужен своему народу. Десять тысяч лет его там охраняли, что ли? Там сидели безвылазно. Господи, их жизнь только в этом заключалась. Оп, бессмертный, так не проще было бы его убить, чем 10 тысяч лет хранить его. Я буду сражаться с демонами ради любви к тебе, Тирент. Но уж никак не ради своего народа. Так поспешим. С каждой секундой порча охватывает все новые земли. Фарион. Минула вечность, брат. Вечность кромешной тьмы. А как ты ешь, если у тебя... Твой приговор вместо был расплатой за твои же грехи. Эдвард, руки-ножницы мне. А кто вы такие, чтобы судить меня? Если ты еще помнишь, мы вместе сражались с демонами. Прекратите вы оба! Что сделано, то сделано. Любовь моя, при поддержке Иллидана мы прогоним демонов и спасем то, что еще осталось от нашей прекрасной земли. Ты представляешь, чего это будет стоить, Тирент? Этот предатель может погубить нас всех даже раньше, чем демоны. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!